Чешь, как у меня фон-то какой? Моя фамилия Шестаков, зовут меня Василий Борисович, я коренной ижевец. В течение примерно в период с 1818 по 1822 год мой прапрадед Федос Феофилакт Шестаков приехал на Ижевский оружейный завод и поступил на работу. Я знал, что по отцу, да, мы коренные ижевцы, больше я ничего не знал. Это потихонечку, в течение какого-то времени мне стало приходить. Где-то уже в 70-е годы, в самом конце, узнал, что у меня, допустим, родственники в США есть. Как они появились, ну, в те времена это ничего нельзя было говорить. Но я знал, что есть такие. Вот. В 82-м году, допустим, дед, перед тем, как умереть, ну, высказал, рассказал мне, как его расстреливал Иван Меч Пастухов, как он его попал. В него попал, он свалился в яму, пролежал там до ночи в яме, потом выкарабкался и так остался жив. То есть Иван Дмитриевич промазал. Когда началось Ижевско-Воткинское восстание, были пятеро детей, из них больше 20 лет было трем. Это было Елене Ивановне, Сергею Ивановичу, Петру Ивановичу. Сергей Иванович мой дед, Петр Иванович двоюродный дед и двоюродная бабушка. Вот. Это были дееспособные люди, которые уже могли принять участие. То есть по документам со 2 августа 1918 года мой двоюродный дед Петр вместе с моим дедом Сергеем ушли в Красную армию. То есть партизанский отряд, который потом был преобразован в 28-ю Азинскую дивизию. Бабушка же двоюродная с мужем поддержали ижевских повстанцев. И в ноябре 18 года вместе с маленькой дочерью ушли на восток. Дошли там до Харбина, осели. И в период, не знаю, до Второй мировой или после Второй мировой, переехали в Соединенные Штаты. То есть эта судьба была очень-очень многих. Ну что, 40 лет она на чужбине прожила, бабушка моя двоюродная Елена Ивановна Шестакова. Я так буду называть по старой фамилии. Вот. Стало ей это... От Хрущевского оттепель наступила. Написала она письмо с адресом на Ижевский завод. Найти моего брата, Шестакова Сергея Ивановича. Ну что, деда нашли. В КГБ вручили письмо. Он ответ не пишет, боится. Естественно, в те времена. Его снова вызвали, сказали ответ. Пиши. Он сказал, вы напишите, я подпишу. Ему сказали, ты напишешь, мы проверим. Вот собралась вся семья, рассказывают. Собралась вся семья и давай обсуждать, ответ писать. После этого стали посылать посылки. Мы им почти ничего не можем послать, они нам все могут послать. Вот и посылали, что мы могли. Допустим, грибы не можем. Что-то, мед не можем, потому что меду может что-то там быть. Еще что-то не можем. Вот что могли, часы там посылали, еще что-то посылали. Вот. Они нам тоже американские товары, которые днем с огнем в те времена было, не найти. Информация очень-очень скудная. То есть фактически могу взять то, что у меня сохранилось около... Есть около 40 писем. 40 писем. Вот из этих писем я могу какую-то информацию почерпнуть. Вот. Все, что сохранилось, что удалось стать, и на основании чего я могу сделать свои выводы. Допустим, вот такие фотографии остались. Вот здесь фотографии домашние, как дом был. Можем выглядеть, посмотреть, как у ижевцев дом выглядел.